Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре двойная блесна от фирмы BAT Viva Twin двойная 52-18. Поставляется такой вот простой упаковочке, картонная подложка, к которой крепится наша блесна. Но в принципе дешевая упаковка, и она не влияет, получается, на цену нашей колебалочки. Стоят они до 150 рублей. Выполнены очень даже качественно. А цена у нас довольно-таки приемлемая. И данная колебалочка доступна абсолютно любому рыболову. Давайте освободим ее. В принципе, получается, купил и выкинул данную упаковку. Конечно, лучше не мусорить, но если что, хотя бы данная картонная упаковка со временем растворится. Здесь нет никакого целлофана, нет ничего такого. И даже если вдруг вы ее где-то оброните, все равно она со временем исчезнет. Итак, нам нарисовали здесь щуку и окуня. Это объект ловли данной колебалочки, но в основном, я думаю, все же это щука. Стоит крючок от мустад, с обратной стороны нам указывают информацию по данной колебалочке, вес 24 грамма и расцветка медь золото. Верхний лепесток имеет, получается, у нас медную расцветку, нижний золотую. На сайте есть выбор еще из двух вариантов, это серебро медь и золото медь, почти как такая, только получается наоборот. Интересная, в принципе, расцветка, двойная. Ну, скорее всего, это, конечно же, больше для того, чтобы поймать покупателя. Ничего страшного было бы, если бы два лепестка были медные, также она бы при этом оставалась рабочей. Но все равно что-то интересное. Блесна имеет такую продолговатую форму, в принципе, напоминает свою рыбешку, тело, хвостик. И данная форма неплохо показывает себя на течении, и поэтому, в принципе, можно использовать данную колебалочку и для ловли крупных представителей лососевых пород рыб. Верхний лепесток у нас имеет рельефную поверхность в виде таких вот чешуек для дополнительной схожести с объектом охоты хищника. А нижний у нас абсолютно гладкий и имеет гравировочку с названием Viva и развесовку 24 грамм. В принципе, вес довольно-таки существенный. Данную колебалочку неплохо можно будет использовать для ловли с берега. Имеет дальний, довольно-таки точный заброс и полет. И можно, так сказать, с берега обловить дальние горизонты при помощи данной колебалочки. Но если вдруг зацепишь, хотя бы не жалко отрывать приманку, которая стоит до 150 рублей. Оснащается двумя заводными колечками из толстой, довольно-таки плотной проволоки. Крючок от мустад на высокой ножке. Имеет очень правильную форму для ловли щуки. Широкий поддев. Крючок довольно-таки крупный. И для той же щуки, как по мне, очень классно. Для ее крупной пасти, я думаю, проблем с засеканием данной хищницы здесь не будет. И также стандартное украшение для блесен от фирмы BAT, такой вот красный плавничок, будет являться как дополнительной точкой атаки. И фишка двойной блесны — это же, конечно же, ее шумовые эффекты, которые на равномерной проводке, на проводке подбросами, потяжками она создает и привлекает тем самым дополнительного хищника. В принципе, нужно иметь как, так сказать, обыкновенные колебалочки, тихие, и также для разнообразия можно иметь и двойные блесна. Обратите свое внимание на BAT Viva Twin 52-18. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!